Всем привет, меня зовут Олег, мы на канале Random Game, и мы продолжаем проходить игру Metro Redux. Остались мы на туннеле, в принципе вся игра из туннеля состоит. Остались мы на туннеле, который ведет нас, я не помню как это называется, станция Рейх, а через нее мы, короче, вроде как сможем попасть уже на туда, когда нам надо, я забыл как она называется, число. В прошлой серии мы прям очень много времени потратили на вот это вот все дело. Оно здесь, типа, сначала, типа, много стелса было, но потом, короче, стелс тут не канает, и я решил идти без стелса. Просто по разъебу решил идти, и все. Наебать. Здорово, пацаны. Спасибо, товарищ. Да, пожалуйста. Я слышал, что где-то рядом действует охотник. Да. Хорошая работа. Еще как действует, блядь. Я там вообще разъеб устроил. Пожалуйста. Я там вообще разъеб устроился. Серьезно, пацаны. А ты сразу не мог зацепиться, блядь, долбоебокс. Так, а куда? Ага, стрелка сюда, но туда некуда, так что мы пойдем сюда. Вот так, фонарик, ключ. А, здесь закрыто все. А, здесь идти некуда. Классно, нахуй сюда спустился. Интересно вообще просто. За что я сюда спустился? Хорошо. И чё, типа здесь ничего нет? Ну чё, угораешь? А нахуй я сюда пришел вообще? Классно, умно, очень хорошо. Ага, гениально. Так, сейвик, замечательно, прекрасно, охуенно. Сейвик я люблю. О, еще один. Или что это такое? Это сейвик же? А, черт, сука, я тебя вижу, блядь. Я тебя видел, блядь, вылазь. О, ничего, лежа стреляет, нихуя неожиданно. А ты, сука, нихуя. Ух, сука, красная нашего убил. Да я не красным, гомонитесь вы, блядь, долбоёбы. Вам не кажется, что вы зациклились просто на одном и том же, сами себя убеждаете в этой проблеме? У меня типа два патрона на револьвере осталось, это прям, ну, просто совсем хуёво. Ой, ой-ой-ой. А ты откуда? Откуда взялся-то? Откуда взялся-то, нахуй? Я думаю, что, блядь, такое? Кто меня нахуй бьет, блядь? Да ты что такой, блядь, Борис, хуй попадешь, блядь. Блядь, да нет патронов у меня, пошел ты нахуй. О, вот здесь есть два. Еба, голяк, по патронам нахуй вообще. Он, сука, понял, что у меня патронов нету и съебался куда подальше, пидорас. Ты пидор, кусок, блядь. Да заебал. Да что ты делаешь-то, сука неубиваемая, блядь. Я в ахуе. Thank you.
Да, блять, он вообще, я в ахуе просто. Да он, блядь. Вообще, сука, охуел, конечно, козел. Пойдем патроны собирать. Если они тут нахуй есть вообще. Кажется, нет. Вот туда куда-то лестница есть. Автоматы, 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 блядь, патроны на автоматы на одни. Какая блядская музыка играет вообще? Какая же блядская музыка играет? Опа, сейф. Опа, закрытый. Люба потемки, глаза устали. А, это типа можно было этих петухов обойти здесь, что ли? Ну, поздно, хули. Поздно, блин. Ты отбитый, блядь. Ну да, можно было обойти, типа. Ладно. Ладно, мы по стелсу не умеем в этой игре играть. Ну, прям совсем. Ну, вообще не патронов, нихуя нет. Ну, хоть аптечка. Это самый долгий наш переход между станциями, обосраться. Самый сложный. О, здорово. А я видел такой же трупак, как ты. Так, вот такой же маски. Да не бей меня, ну чё ты ёбаный рот. Чё он меня бьёт? Я же его не бил. Когда я пришёл в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Бля, я что-то по карте там, походу, не туда свернул. Пристрелим красного шпиона и дело. Да не красный я, блядь. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу. Это вовремя, братан. Мочи их. Помогите. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Ой, я вам прыгнул, блядь, или... Чемпион по прыжкам в длину, блядь. Хуй, я упрыганул, я охуй. Просто с места, блядь, я бы кузнечик, нахуй. А на превьюшку пойдешь, нахуй, со своим прыжком олимпийским. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. О, это Спарта. Спарта! Я вижу у тебя на рукаве Спарта. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. О, бля, мне как раз к нему и надо было. У меня это основная цель. Так, двинули к броневику. Ебать, целый один патрон нашел. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Мне как раз к Мельнику и надо было. Это было основное мое задание, к Мельнику попасть.
Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Не, это не удавалось как-то еще им пострелять с ним. Но прицел на нем говно, говорю сразу. Прицел говно. Вообще говно. Вообще говно прицел. А, для разворота башни клаву использовать. Нихуя, ну это прям совсем говно. Почему мышкой нельзя все делать? Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Ну да, вы же одеты-то совсем, блядь, как эти, как их там называют-то, рейховцы ебаные. Долбоёб приехал, открывай! Главное не привлекать к себе внимание. Что вы тут делаете? Съебал в дороге. У нас в расписании нет этого рейса. Съебал, фриц. Ну, нас послали на передовой блокпост, герр-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Бля, поворот это вообще говно полное, просто параш. Серьезно, прям дерьмо. Вообще, ну почему мышкой-то нельзя поворачивать? Ёбана ру. Ну и параш. Ну и параши конкретные, бля. А почему мышкой-то нельзя поворачивать этой башни, ебаный? То есть вверх-вниз можно, блять, а в бабака нельзя, ну пиздец. Я догадался, что сейчас отсюда вылезет. Мри, сука, нахуй. Слева, Артём! Где, бля? А где, бля? Блядь, ну и говно управление, вообще параша, ебать, о, сраку. Да блять, хуй наведешься, ёба народ-то, что за бред, блядь. Мне сейчас пизда придет, серьезно. Часа да он вообще это придумал, нахуй. Как нам усложнить, допустим, эту часть игры? Ну, давайте сделаем поворот башни, блядь, на клавиатуру, нахуй. Хули заморачиваться-то, правильно? Да ты заебал, поехали уже нахуй отсюда. Хуй в засаде, достал. Я же грохну тут. Я заметил, блядь, олень. Мне надо совсем дно. Дно вообще, управление башней прямо днище вонючее. Вонючее днище, нахуй, твоя башня. Вообще пробитое просто дно. Чё да это было? Танк! Где, блядь? Чё, наркоман? Где? Ебать, чё, в сраку? Наша хуйня заглохла, да? Толкай давай. Давай, ты толкаешь, я стреляю. Приехали, да?
Дальше пешка драки. Ну слава богу, а то эта хуйня меня раздражает уже. Че, валим? Так, сейвик был прекрасно. Пора валить. Пора по съебам, серьезно тебе говорю. Вот он, огонь! Чего? Ёбан, народ. Я вообще нихуя не вижу просто. Вообще ничего. Просто я стреляю по фонарикам, нахуй. Вот вижу фонарик и стреляю, нахуй, в этот фонарик. Все, я больше вообще нихуя не вижу. Только фонарики, блядь, и все. Больше ничего нету здесь. Ебанутая миссия. Ебанутейшая. Да я вижу, иди нахуй. А чё он нахуй не взрывается? Достал неубиваемый какой-то. Мерзкая миссия. Еле проскочили. Ублюдская миссия вообще. Вообще мне не нравится. Нахуй, давай пешком. Я понимаю, что так быстрее, но давай лучше пешком. Чё там опять, блядь? Подвинься, ёбаный поезд. Поехали, да. Все, приехали, бля. А сейчас точно приехали. Все, валим отсюда, давай. Да, выпусти меня отсюда, спасибо. Быстрее, Артём, быстрее! А здесь что? Надо же что шарить, ты чего, ебать? Пацан, видишь, сидит, курит палку, нахуй, светящуюся. А, нам сюда и надо было? Сука, надо было дверь открыть. Блядь. Блядь, я думал, наоборот, надо было в дверь и пошел сюда выглянуть, зашарить что-нибудь. Нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Нам надо в Полярис. Почему вокруг него ездим-то, ёбаный в рот? Мы куда поехали-то вообще? Мы в Венеции уже, ебать. Мы к Венеции подъезжаем, охуеть. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно, пригнись! Ау, блядь, раньше нахуй не мог сказать. Всякой хрени. Дебил, блядь. Бружбаном, блядь, кипался. Жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Ах, сними его, Артём! Дрезина, закрывай! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Пизда, приехали. Здорово, пацаны. Молись, чтобы мы не застряли. Ну нихуя себе, и как? И как, ебать, ты же больной, блядь? А ты че вообще был? Да, все, нахуй умер. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Просто очередь у меня въебал и все. Нет, там кто-то есть. Сними его, Артём! Ну, классно, блядь, патрон, нахуй, кончились. Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Направо!
Как, блядь? Вы чё, больны? Что, блядь? Как это пройти нахуй? Это как вообще пройти-то? Это нахуй вообще возможно? Чё за бред, блядь? Ну куда, куда ныкаться-то, блядь? Ебанутые вы бараны, блядь, что ли? Я просто перезаряжаюсь, меня три раза попадают, нахуй, все, я умер, нахуй. И чё это даст-то? Ну сниму его, нахуй, и чё дальше-то, ебать, его? Ну снял, и что, нас, нахуй, не заметили, мы заебись, сейчас спокойно проехали. Заебал орать, нахуй, на меня. Надо скорее отсюда убираться. Какое-то дерьмище, блядь, вонючая, сука. Да там хоть запрячься, блядь, за этой броней, толку-то, нахуй. Я не понимаю, куда, блядь, ныкаться. Я просто сижу, как долбоёб посередине этой вагонетки, все. То есть, ну как бы, пиздец. Ну, дурды, блядь. Ну, и дурдом, нахуй, конечно, ебанутый. О, блядь. Черти эти с дробовиков прямо дико бесит. Просто дают очередь в три выстрела, ни разу не промазав, и все, и пизда тебе приходит сразу же моментально. Здорово, пацан. Ну нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Как это работает, я не понимаю, почему эта хуйня не работает. Видимо, у них есть дрезины. А, спереди стреляют. Держись! Ебать! Куда разошелся ты так, дурак, блядь? Я бы лучше со всякими монстрячими ублюдками бы перестреливался, ебануться можно. Мы уже, кстати, давно всяких мутантов не видели, одни людишки эти поганые. Господи. Фашисты эти ебучие. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот о, как оно выглядит. Монстрики побежали. Вспомни говно. Сразу же всплывет, блин. Чё это? Чё это было? Упыри! Гаси их, а то мы на этом кладбище останемся! Да кто там, где, блядь, орёт этот? Дробовик вообще шикарный, вот этот просто шикарный дробовик. В смысле, ебать, я в тебя два раза попал, пиздобол. Все, сейчас украдут пацана у меня, украдут. Не, отбивается, бля, красава. Все, украли пацана. А я говорил, пацана украдут. Извини, брат. Потеряли пацана. И снова мы одни. И еще один напарник умер, нахуй. И мы сейчас разобьемся к хуям. Пиздец нам. Тормозов нет. Опа! Ну а теперь от груди жми. Жми от груди. А, у тебя же ног нет, точно, пульт. У тебя же только руки, блядь, присутствуют. Да, жесткая посадка. Украли моего спартанца. Украли, блядь. Куда ты приполз? Должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Дыра. Я в дыре, бля.
Полис уже вообще позади остался. Куда мы идем? Я нихуя не понимаю. У меня задание было в полис попасть. Ну что за бред, блядь? Ну-ка дай. Добраться до полиса, отыскать сталкера по прозвищу Мельник. Мы уже прошли полис, ты куска дерьма, блядь. Дебил ты тупорогий, блядь. Мы уже давно прошли этот, сука, полис. Что за бред? Так, а у меня полная аптечка. Как? Пешком, бля, как? Хоть кто-то в меня не стреляет. Человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Ты капитан? Кто капитан? Ты капитан? Кто из вас капитан? Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Я в полис иду, но ОВП уже прошел, походу. Я заблудился. Пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Вы? А вы красавчики, мне нравитесь. Хорошо. Должны продержаться еще несколько минут. А что, помочь вам наш? Ну ебать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Ты еще что за хрень? Спокойно, без паники. Может, вы как-то без меня, ребят? Я только из такой задницы вылез, ну серьезно. Откуда здесь ветер, блядь? Это же метро. Пиздец. Вам не кажется это странным? Вам не кажется это странным, блядь, ветер в метро. Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. А, замечательно просто. А чё, копыта двинули, что ли? Чё делать-то? Нам конец. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Пой громче. Может, их затошнит, они уйдут. Неубиваемо, бля. Опять эта сука гасит нас пыхлом своим ебаным. Два патрона летят, пиздец. Вы мне толщите, блядь, патронов просто тонну.
Давай, прикрывай нахуй. Да ты ебись же ты от меня, сука, достал, блядь. Ты живой? Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Ну да, порядочно. Нужно предупредить Болес. Так, мы мимо. Больше не боец, как видишь. Слушай, парень. Дай патронов. Ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с Болесом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Тут пулемет был? Да вы охуели, что ли? А че никто с пулемета не стрелял? Мне надо патроны, дайте патроны. Я прям много патронов потратил тут, дайте патронов мне срочно. Эта хуйня поедет? Ходу нет. Да ты запрыгни, блядь, имбецил, нахуй, кратконогий. Хорошо, спасибо. Еще давай. Чего, заебала ты игра? Заебала ты игра нахуй меня? Да, блядь, сдох опять, хуй пойми из-за чего. Не, где-то я подбирал патрон только что. Во. Блять, пересрал нахуй. Пошла, сука, нахуй. Коротышка, блять. А чё они такие борзые-то стали? Они же типа трусливые были. Выходите, сука. На такую мелочь, блядь, дробовика патроны тратить? Ну вы охуели, что ли? Пидорас! Не заебали, бесконечно лез. Да блять ты, сука, ебаная! Сука, тупик! Сука! Да заебали вы вылазить уже, идите нахуй, а ну серьезно. Да блять, ты достала меня нахуй уже, серьезно бесит, сука, они внезапно прыгают так, блять, достали. Достали, блять, у меня уже нервный тик сейчас начнется, нахуй.
Чё нахуй сюда вход-то нужен? Здесь ничего нет, блядь. Нахуй я сюда вход-то, блядь, ради трех патронов? А, одного патрона. Пиздец, заебись. Чтобы застрелиться, походу. Нет, там, ну, может, ключ какой-то где-то должен быть. Прикол не ясен. А, во. Говорил же ключ. Говорил же ключ. Сука, не отсюда ключ. Подожди, может там еще есть ключ? Нет. Опа, бля, это чё? А чё за пушкарик? Ну-ка дай. А, это арбалет, точно. Давай сюда. Но у меня все равно пистолет патронов нет, так что мы походим с этой хуйни. А, я кругаля дал, нихуя себе. Сука, бежит где-то, блядь, нахуй, козел. Да, блядский ты рот, блядь. О, их можно возвращать, так это вообще вещь. Дай нахуй обратно. Хорошо. Пидорас, кусок. Ты тварь, блядь. Где, куда улетела? Пидор, а. Да блядски ты, ты ворот, нахуй. Тупорылое задание, достали они нахуй уже. Блядь, куда идти-то? Да, сука, гнида ты. Нахуй бесит, ебать. Вообще раздражает. Я не понимаю, куда идти, ебать, вообще не понимаю нихуя, что делать-то. Да ёбаный в рот! Куда идти, ебать? Вообще не понимаю. Чё делать, ебать? Объясните, пожалуйста. Всё, я заблудился. Я не помню, откуда я пришёл. Ну, был я здесь, нахуй, что дальше-то? Здесь я взорвался, как-то было, разульку. Или что там произошло, хуй его знает.
Че это, где это? Я не могу, я не понимаю, нахуй. Я не понимаю ничего вообще, куда идти, блядь, что сделать, нахуй, блядь. На что сделать, я знаю, я не знаю, куда идти, блядь, я вообще ничего не понимаю. Рычит, блядь, тут на меня постоянно. Постоянно сзади кто-то прыгает, меня убьет. И чё дальше-то? И чё, ебать, дальше-то? Ну и чё дальше-то? Ну давай, ёбни мне, выскочи, ещё кто-нибудь. Ну и чё это изменит-то? Нихуя это не изменит. Я заблудился просто-напросто, ебать, вообще ничего не понимаю. Там тупик, ебать, помню. Здесь тоже, по-моему, тупик, блядь. Кровати стоят. Да, я здесь патрон подбирал на дробовик, тупик. Ебучий случай, блядь. Вообще мерзость ебаная. Я здесь взял ключ. От чего этот ключ, нахуй? Хуй его знает. От чего-то ключ, блядь. От чего? Вот от чего он, ебать? От труханов от чьих-нибудь? Я чё, ебу, что ли? От чего этот ключ? Ебаный рот. Здесь я подобрал арбалет. Арбалет подобрал. Сюда хода нет. Это там в круговую обратно, где ключ подобрал комнат. Здесь тоже патроны какие-то подбирал. Тоже патрон подбирал, тупик, нахуй идти некуда. Тоже тупик. А чё не стреляет, ты ёбаный рот? А чё? А нахуй ненормальная? А чё она не стреляет, я не понял. Классно, ебать. У меня такими темпами нахуй аптечки кончатся, ебать. Да, блядь, ты сука! Блядь, провалился в яму. Ну нахуй вообще, ебать. Ёбаный в рот, блядь. Отбитая игра, нахуй, ебать. Вообще, ебать, меня тошнит уже от тебя, нахуй. Почему эта хуйня перестала резко стрелять, блядь? Чё ничего не объясняет-то никто? Ёбаный рот-то, блядь. Куда идти, ёбаный в рот? Нихуя не пойму, вообще нахуй. Тошнит уже от этой поебени, блядь. Да иди нахуй, блядь. Сразу нашел, куда идти. Стоило только очку подгореть, нахуй. Сразу же нашел, куда идти надо. Ебучий. Ой, блядь, иди нахуй, сука. Его, блядь, вообще бесит, не могу, вообще уже бесит, прямо раздражает неимоверно эти ебучие мелкие ублюдки, блядь, серьезно. Ебать. Сдох, дядя. Сдох твой дядя. Он не просыпается. Он умер, да? Нет, он просто сильно устал и не просыпается. Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. Хуя, он логическую цепочку составил. Я не знаю, на что... Есть автомат? Нет, нету. Тогда я с тобой пойду. Меня нету. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? У меня нет автомата. У меня дробовик есть. Есть арбалет. Ну ладно, меня зовут Яша. И винтовка давай есть. Ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напал. Это хорошая идея, давай. А то они заебали сзади ну нападать. Ну как же я оставлю тут дядю?
Я к нему в гости пришел. Ты так и будешь у меня на шее, да, висеть? Домой отвезти. И балаболить. На монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Нахуй иди. Тебе помогать. А то нас всех съедят. Какой сука, а? Сам сейчас пойдешь. Вон дома! Ой, ой, сзади подползает! Че ты меня наябываешь, пиздюк? В смысле? В смысле? Помощь от тебя нахуй ноль, блядь. Бесполезный. Где вон там, вот точнее, блядь, говори, долбоёб. Все, нахуй, эта хуйня перестала стрелять, не понял прикола вообще. Ебать, как он плавно двигается теперь с этим долбоебом на шее. Вообще прямо омерзительное управление. Ой, да ты раньше не мог сказать, долбоёб, когда он мне уже по ебальнику дал, ты сказал. Ну ты совсем конченый, пиздюк. Подползает, блядь, он у меня уже по сраке нахуй дал, когда ты об этом сказал, долбоёб. Да в рот, вы ебать, ебанутые долбоёбы, что ли? Сильный. Там только что монстр пробежал. Ты не такой сильный, как иди дядя. Ты нахуй, олень. Придется тебе помогать, а то нас всех съедят. Нахуй молча просто, сиди нахуй у меня на шее и заткнись нахрен. Давай, уроды, блядь. На, сука. Да ёбаный в рот-то, почему она стрелять перестает? Ебать, хоть кто-нибудь бы сказал, как ей пользоваться. Вот он там только что пробежал, что он нахуй ни на чем не подорвался, блядь. Я должен с этим ебучим на огрызком у себя на шее, блядь, перепрыгнуть, что ли? Вы чё, нахуй, ненормальные совсем, ебать? Ну, что? А то нас всех съедят. Охуеть, сохранение-то еще где? Ебануться можно. Пошел ты, сука, нахуй! Нахуй, тупость вообще, ебать. Мне нельзя трогать, но там есть патрончики в шкафу. В каком, блядь, шкафу? Вот в этом. Нихуя себе, да ты полезный даже почти. Хоть что-то нормальное сказал. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Так стреляй давай. Я вырасту и достану. Нет, ты сейчас стреляй. А где твой тайник-то, олень? Вон дома! Пиздос, сука. Да я вижу. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Да? Но я в принципе их не часто кидаю. Убери нахуй. Я забываю постоянно, что у меня надета эта шапка. Сука, сука! Какая мерзкая хуета вообще. Какое задание ублюдочное, не могу. Пидорас, пидорас.
Ебало время нахуй, но надо эту хуйню пройти. Мы уже уходим со станции? Я без понятия. Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, и не стоит. Там страшно, и дети пропадают навсегда. Ну да, сказала, есть такое. Если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими. Ух ты! Трупак. Что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Я буду знаменитым, я небо видел. Небо? Ну, когда-нибудь. Постой, я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Ты будешь знаменитым, заткнись. О, а вон твоя маман. Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти! Спасибо, пусти брат. Меня к ней! Ты даже не представляешь, Саша, как много значит этот мальчишка. Без живой. Его отца нам бы не прожить. Здоровый? Если бы он а где потерял дядя? Сына... Как ты сюда попал? Его бы дядя умер, мам. И нас всех меня заодно. Этот человек принес на спасибо. Плечах. Я ему помогал монстров убивать. Ну как помогал? Мам! Заебал. Заебал просто. Че, по домам? Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы у моего сыночка спасли. Не вам не, нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. А, не, не надо. Ладно, пошли. Че это? Давайте как-нибудь засейвимся или че? Черная станция не так далеко отсюда. Бля, время дохуя. Время дохуя. А смотри, натяни у меня пиздюк наш. Натяни пиздюк до сих пор на мне сидит. Новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята, о, вот здесь мы и закончим сейчас. Удачи тебе, охотник. Спасибо. Спасибо, на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, ссылки в описании. Комментируйте, ставьте лайки. И увидимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.